И вот я, короче, и рассказываю про эти самые штаны. И знаешь, что она мне отвечает? Чего? Вы не как дырка! Прикольно, да? Вообще смешная шутка, фикс. Так, сейчас посмотри, я посмотрю, что здесь на ресепшене какая-то меланхолия. Ой, подожди, что происходит? Фикс, стой! А, что? 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 Нет! А, почему-то голова болит. Ух. Так, стоп. Это не похоже на мой дом. Ты еще кто такой? Ха-ха-ха. Компот? Что? Мама приготовила вкусный торт. Ты что здесь делаешь? Привет, дружочек. Нет, 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 только не это, только опять не это. Что, где я вообще нахожусь? И что я здесь делаю? Просто. Что просто? Я помню точно, что мы с Фиксплеем шли на ресепшн там в отеле заселяться, а там потом какой-то удар был и все такое. Он сказал мне перенести. По приколу с Савельевым его мы не стали забирать. А где он вообще сейчас находится? А, ладно, не важно. Ты меня в тюрьму, получается, посадил? Ладно, мой... Ты, пожалуйста, перестань. Я не знаю, что ты будешь со мной там делать, то не надо, не делай этого. Если хочешь выйти, тебе придется подумать. Ага, то есть ты, значит, испытания мне даже какие-то предлагаешь, чтобы я выбрался из этой тюрьмы. Шучу, ты никогда не выберешься. Это мы еще посмотрим. Удачи. Куда он пошел, интересно? Привет, друзья, я Фиксай, сегодня мы будем сбегать из тюрьмы Компота. Я не знаю, как вообще меня угораздило сюда попасть. Куда пропал Фиксплей, я тоже не знаю, но... Чувак, может это ты, Фиксплей? Нет, нет, это не ты, ну ладно. Попытаемся сегодня каким-то образом сбежать. Не знаю, как это вообще делается, что здесь делать, потому что это все по-другому. Это не та самая тюрьма, это тюрьма Компота. Че там дрыгаешься? Да иди ты. Я не двигаюсь, я что-то опять подошел сюда. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить ваши лайки, а также подписываться на канал, если до сих пор не подписаны. Спасибо огромное. Я не тебе. Ну да, в принципе, конечно, не мне, окей. Так, давайте думать, что нам здесь делать. У меня есть верстак, у меня есть кровать. В сундуке ничего нету, кнопки... Житель номер 3, смой за собой, воняет на всю тюрьму. Почему у меня нет туалета, а у него есть туалет? Это нечестно вообще. Так, ты что-то продаешь? Камень за камень, очень полезно. Можно забраться по лианам на второй этаж, посмотреть, что там есть. Только как это сделать? Фиксай, давай, поднимайся, ты же качок. Так, все, хорошо. Вот здесь выход есть, я вижу, вот здесь можно пройти как-то. Так, я надеюсь, что Компот пока не выйдет, что есть вообще про... Сундук. Как я это заметил вообще? Так, надеюсь, Компота здесь нету. Он того не видит. Мне теперь нужно каким-то образом дотянуться до этого сундука. Только как это сделать? Вау, тут какой-то лук и стрелы. Ха-ха-ха-ха-ха, да что он там смеется, что ему надо? Так, отлично, мне выпал какой-то лук. И что я могу делать теперь? Компот? И что мы там делали? А, я поднимался, смотрел с верхнего ракурса на эту тюрьму красивую, прекрасную. Думал, как же тут классно. А тут в верстаке палку скрафтил. Да, крыша протекает, зубочистку, ой, точнее, это, зубную пасту, щетку сделал, да. Специально туда посадили, ну да, спасибо тебе огромное, очень полезно. А это крюк, чтобы натягивать кого-то на него, или что это такое? С тебя подписка и лайк. Ну, это, надеюсь, сделают подписчики. Хотя подписчики уже не могут подписаться, скорее всего, зрители сделают, ну да ладно. Так, смотрим, пока Компот ушел, нам выпал какой-то лук. Очень полезно, чтобы ломать сломанные блоки. Подождите-ка, эти чистые блоки, эти сломанные, значит, получается, что, и как мне нужно бить это? Или стрелять именно? Что? Опять протекает, да, я тут пытаюсь починить, залатать слюной, наверное. Вот здесь вот. Еще раз. Что такое? Попытаешься починить. То что будет? Мы из твоего пирожка всю начинку выдавим. Все, нет, вытащим. А, ну вытащим. Ха! Все, пошел вон. Пошел вон отсюда. Хорошо. Ай-яй-яй, упал. Надеюсь, он этого не слышал. Все, просто бежим. Попытаемся сейчас сломать эти блоки. Так, давай, выстреляем. Упала! Прекрасно, упала, все прекрасно. Я на свободе. Нет, я не на свободе. Как мне выбраться? Давай. Как, может быть, сюда мне нужно? Пройти здесь нельзя. И что мне делать теперь? Там люк есть какой-то. Это тоже не работает. Эти блоки, они больше не ломаются. Житель номер 10. Или, может быть, мне как-то пропаркурить можно? Да, скорее всего. Почему не в форме? Так, хорошо, у нас есть время выбраться отсюда, пока Компот там находится. Почему не работает? Я же пытаюсь спрыгнуть. Житель номер 666, там что такие существуют? Откуда рога? У меня там какой-то демон сидит. Окей, больше не спрашиваю. Все, прекрасно. Мы практически с вами выбрались. Так, а он бежит, быстрее. Так, быстрее. Ломаем эти блоки. Прыгаем. А, тихо. Нет, где что происходит? Нет! Фиксай, вставай! А, алло! Где я нахожусь? Где, что? Кто? Что за голоса в моей голове? Это я, Фиксай, успокойся. А, Фикс, что у тебя с глазами, Фикс? А, все нормально, господи, испугался. Я так долго тебя искал, я вообще не знал, где ты находился. Тебя тоже, что ли, Компот посадил? Нет, я просто пошел в магазин штанов, потому что тебя долго не было. А потом что-то как закрутилось, завертелось, я пытался их укрыть. Долгая история. Я понимаю, а, ладно, то есть Компот не соврал, да, все-таки это не он тебя посадил. Где мы находимся с тобой вообще? Я был в одной тюрьме, сейчас в другой. Я увидел только, как тебя сюда затаскивали на большой такой лестнице. Мы высоко, Фиксай. Я так понимаю, это другая тюрьма, и тебя перевезли. Но не знаю, что там такое намутил, что тебя сюда засадили. Потому что тюрьма для жестких чуваков. Да я пытался выбраться, и у меня практически получилось, что Компот сзади подошел, походу опять меня греб лопатой, не знаю, или чем еще. Ладно, нам надо отсюда как-то выбраться теперь надо. У тебя есть там что-нибудь, ты видишь что-нибудь? Знаешь,
я тут провел уже, как сказать тебе, 2 дня, и нет, вообще тут ничего нету, я полностью перейти. А вот у тебя, смотрю, сундук, если да, что-то. Да, я вот заметил, сундук здесь есть, а еще у меня есть Дональд какой-то, ну, не Трамп, наверное, ну, короче, а, какой-то... это наш братан, это наш братан. А, да, окей, еще какой-то верстак есть, и можно посмотреть, что есть, вообще можно из этого сделать. В сундуке у меня кусочки золота есть, для чего они нужны? Фикса, если тебе интересно, Дональд отличный торговец, я покупал у него... А, да? Подожди-ка. Данные. Стой. Вас вместе, что ли, посадили? Да. Ладно, я не буду вдаваться в подробности. Он продает, смотри, за золотой нагрудник лук, при помощи которого я смогу, по идее, что-то сломать. Только не знаю, что здесь сломать. Ну где ты выстрелишь золотой нагрудник? Золотой нагрудник? Так у меня золотые кусочки есть, сейчас попробуем скрафтить. Что? Да-да-да, я сейчас слитки сделаю из этого всего. 9 слитков у меня есть, из этого, по идее, делается, да, нагрудник, все прекрасно. А где ты возьмешь верстак? Так вот он сзади меня был. Почему у тебя такая крутая камера? Мне кажется, что Компот просто издевается надо мной, специально это делает, чтобы я проходил различные испытания. Ну я так думаю. Возможно. Ну ты же знаешь, Компот, он очень странный. Вообще, слишком странный, я бы сказал. И что мне теперь делать? Я могу сломать... Опа. Нет, эта фигня не ломается. Фикс, я стреляю повсюду, я не понимаю вообще. Стоп, подожди. Откуда у меня каменные кирпичи в инвентаре? Опа, здесь блок пропал. Ты что, его стрелой сломал? Ты нормальный? Я не знаю, но я стрелял повсюду, потому что я в первой тюрьме, когда я стрелял стрелой, все падало и выпадало. Понятно. Ты давай копайся как-нибудь, пробуй, фиксай. Так, пальцы, сейчас пальцы, я попробую тогда грузи. Проломать этот блок. Упал, о, упал, о, упал. Там что-то упало. Я вижу, да, я сундук, видел. Сундук. Ты сундук видишь? Чувак, победа походу. Похоже, победа. У меня ножницы есть, которые ломают вот эти вот штуки, вот эти решетки. Как тебе? Все, ломаю. Все, прекрасно. Что нам дальше делать? Как нам выбраться? Я вижу кровати. Точно, фиксай, нам нужно как-то упасть на кровать и отпрыгнуть вон в тот выход. И как это сделать нам? Тюрьма странная, я не знаю, у тебя есть идеи? Ну, можно прыгнуть на вот этот блок, например, смотри. А куда дальше? Я боюсь, что на следующий уровень нам не перейти никак. Даже не знаю, фиксай, идея у меня есть, точно, точно. Так, какая смотри, же? Нам в итоге нужно попасть вон на тот блок, чтобы на спрыгнуть вот с него на кровать. Вон, нет, вон на тот, вон. А чтобы попасть на него, нужно пропаркурить вон под всем этим. А чтобы попасть на них, нужно начать с этого. Прыгать, а, нет! Фикс, я внизу. Тебе повезло, видимо. 15 штанов спустя. Не смотри вниз. Помни. Я не смотрю, да. Опа! А, все, давай только быстрее. Давай только быстрее. Здесь очень сложно. Как зеница ока, надо этот прыжок хранить. Тихо, аккуратно. У нас давай, только давай, один осторожно. Шанс есть. Только один шанс, потому что если Компот... Нет! Чего? Фух, Фикс, я... Я не понимаю, что вообще происходит. Где мы сейчас с тобой находимся? Нет, допустим, ладно, ты упал, а что со мной случилось? Я не знаю, а как ты здесь оказался вообще? И как выбраться, фиксай? Даже там кто-то есть, подожди. У меня нету имени. А где Компот? Куда вообще Компот пропал? Я не знаю, возможно, он с дома телек смотрит или Компот варит. Ну, что он может делать? Погоди, я вижу выход. Я вижу свет в конце туннеля, вот он. Да, вот да, он. Я, кстати, тоже вижу. И как нам туда забраться? Может, здесь обычный паркур есть? Да, что-то пахнет паркуром, фиксай. Только что-то очень так, сложно. Так, сюда. Потом по лианам. Здесь надо подумать. Может быть, здесь есть специальные подтолкни, какие-то блоки? Подтолкни меня. Давай. Подтолкни. Да, давай, чуть-чуть. Кстати, слушай, а так можно. Он, наверное, не рассчитывал, что мы можем так сделать. Давай я тебя давай. Попробую. Стой, давай, что-то давай. Не выходит. Так. Нет, не получается. А может, у меня так попробуешь закинуть? Не да, выходит. Почти получилось. Да, не. Давай еще раз. Нет, нет, что-то сложно, не то. Сложно, что-то так, не смотри, то. Здесь есть вот такие вот... О, Фикс, я сундук нашел! Что, как? Я не знаю, кусочки железа очень много. Вон сундук находился. Реально? И подожди, для чего нам может понадобиться железо? Точно, мы можем с помощью ножниц сломать. Он мне все вещи забрал, у меня ничего нету. Кто? Кто? Компот, походу, я не знаю, кто, и кто еще это мог сделать. Или это ты, может, это у тебя эти вещи? Я ничего не забирал. Фиксай, не тупи, делай ножницы, третий раз говорю. Так мне верстак нужен, найди мне верстак. Я из этих самородков ничего не могу сделать. Дай мне их, фиксай, я переносну верстак. По линии своего отца я делал верстак еще в 3-м тысячелетии нашего поколения. Эти углы, они меня так смущают. Точно, что если верстак не в пределах нашей досягаемости? Да, а вдруг? А вдруг, для чего иначе вот это? Нет, а, ничего. Нашел! Нет. Кидай мне быстрее! Я не знаю, куда я кликнул, что? Но кидай мне эти самородки. Че? А, нашел, тоже нашел. Подожди, этот потолок это верстак. Ну да, в принципе, поэтому, ну просто крафт тогда сам, если ты нашел. Ты опять такой довольный стоишь, походу, потому что выбираешься из тюрьмы наконец-то. Может быть, вот этот парень, вы никогда не выберетесь. Что? Ты это слышишь? Да, фикса, я. А где он находится вообще? Там только один парень, может быть, это он и есть там за стенкой. Боже мой, что нам делать вообще? Или это он? Подожди. А, нет, это Дональд там сверху находится. Пусть тот самый Дональд, который был в первой тюрьме, по-моему. А мы не так. Так и далеко. Что ты можешь делать этими ножницами? Ломать эти штуки, так, да? Так. Вот они это упадают? Могу ломать. Нет, нет, не выпало. Погоди секундочку. Получается, у нас есть только один шанс туда выбраться. То есть нам нужно правильно сломать как-то их. А. А.
А! Да ладно! Фиксай, почему у них у всех нету имен? Я не знаю, этот... У этого нету имени... Этому нужна зажигалка, этому нужен динамит. А где нам все это взять? Да, где нам это достать вообще? Я... Ты что-нибудь видишь здесь странное? Я нет. Нет, но мы знаем, как они любят прятать сундуки и все остальное. Так, вот эти блоки можно сломать. Что там, что там, где? Вот тут сундук был динамитом. Так, динамит. Еще один сундук точно нужен. А, все, теперь нам нужен... Что он хотел? Я забыл. А, зажигалку хотел. Ну, то есть нам нужна зажигалка, да, зажигалка. На, подержи мой лук. Я походу нашел. Красава. Давай, давай, давай. То есть эта зажигалка находилась. Все это гениально просто, компот. Если ты все проработал. Я не хотел это обменять. А как его подать? Подойди сюда. Давай, давай я. Что? А что, так можно было? Нет, не иди. Ты что, не выберемся потом? Ладно, ладно, все, давай, даю зажигалку. Стой, у нас только одна стрела. Передаю. Что-то у тебя фиг с голосом стало непонятное. Живи. Ты превращаешься в робота, мне кажется. Что такое? Фикс, пожалуйста, жди, не пугай меня. Так, Фикс, я не знаю, что происходит, но я ломаю эти блоки, и что дальше делать? Фиксай, ты пол потолка сломал, ты издеваешься? Да я специально его сломал, не зря же на нас лук был. Еще один сундук я свяжу. Погоди-ка. А, нет, это то же самое, да. И что дальше? Фиксай, нам сюда, кажись, давай ко мне. Ты уверен? Нет, не уверен. Что это за черное место? А ну попробуй. Я пытаюсь туда... Я не могу пройти, я ничего не вижу. Это, скорее всего, самая черная краска в мире, потому что здесь ничего не видно. Вы как мухи в стекло. А, есть идея. Есть одна маленькая идея. Стой, стой, стой. Тут еще один житель какой-то есть. Я могу на него навестись? Я увидел сундук. Фиксай, смотри. Где, смотри, где, давай где? Сюда. Так. Вот сюда и максимально близко подходи. Посмотри, видишь? Вот, да, вижу. Открываю. Оп. Вау, тут какие-то очки. Как я в них выгляжу? Стой, где они? Я их надел. Никак, их нету. И что-то мне должно показываться. Фиксай, они подсвечивают опасный пол. А, это тот самый опасный пол. Может быть, это просто компот. Компот пролил здесь. И не только компот. Ну да. И что нам дальше делать теперь? Нам осталось туда выбраться и использовать твои очки, чтобы... Подожди-ка. Не зря же тут проход именно отсюда. Давай, вруби очки. Смотри, ходить мы можем только здесь. Но нам надо, получается, сюда как-то попасть. А как? Давай думать. Стоп, а может быть не зря здесь вот такой проход есть? Ну, наверное, мы сломали этот пол, чтобы получить как раз эти очки. Ну, зачем, я не знаю. Ну, как нам выйти? Нет, здесь ничего нет. Стрелы, но хотя бы у меня больше нет, чтобы ты понимал. Да, окей, я понял тебя. Что нам делать здесь, Фикс? В этой черной краске... Есть немножко серые нотки! А! Да, нашел! Серьезно? Вот мы могли, наверное, догадаться? Стоп! Осторожно, Фиксай! Я не знаю! Осторожно! А! Да. Я здесь! Где ты? Тихо! Все, тихо. Все, мы перебрались в другую сторону! Безопасное место! Во-во, все нормально, да, отлично! Я, поскольку не вижу, Фиксай, направляй меня, где безопасно ходить, а где нет! Окей, так осталось запрыгнуть туда! Да, это будет немножко... толкаю тебя, давай! Так! Опа! Опа, перелетел! Ай, да я тоже залетел, было перелетел. Опа, все, нет, зачем ты меня ударил под конец, я почти выбрался. Прости, Фиксай, давай, залезай. Хорошо, получается. Нет. Сейчас. Нет, как я мог упасть? Это надолго. Что ты смотришь, Боб, что тебе не нравится? Ты что, сам попробуй, раз такой умный. Опа, Фикс. Нет, я провалился сквозь эту штуку. Слушай, Фикс, я тебе честно признаюсь, это намного сложнее, чем твоя тюрьма. Ты офигел, что ли? Сейчас обратно сядешь. Куда наступать? Вот так вот, аккуратно по этим блокам проходи. Вот так, как я. Прям прижмись к стенке. Настолько, что ли, тут все плохо? Да. Теперь становись на мое место. На мое место становись. Так, сзади меня. Иди за мной теперь. Не видно ничего, ничего не видно. Нет, ничего не вижу, Фиксай. Я тоже ничего не вижу. Блин, давай двигайся, давай по памяти, Фикс. Окей, давай я попробую. Нет, не надо, не рискуй собой, не рискуй. Прямо, иди прямо, в конец стенки. Я не уверен, что в конец стенки надо. А, нет, все нормально. Вот так. Фикс, что? Вот так. Я попробую переодеть эти очки. Так, Фиксай, посмотри, какой я гений. Нет, тихо, нет. Что такое? Не так, Фиксай. Сейчас а как? Чуть не убил всех. Вот, показывается. Вот, так. видел. Так тут паркур просто новый. А, да. А где стартовать? А, вон там получается. А кто залез? Ну, да. Фикс, все, я здесь. Я жив. У меня плохие новости. Дальше без меня. Кажись, друзья, мне придется уйти без Фиксплей, потому что я не знаю, где он находится. Да сколько можно? Вы кто такие? Вы почему все на меня смотрите? Где я вообще нахожусь? Фикс, ты где? Ну привет, пупсик. Опять ты? Что, хватит? Ты когда ты уже перестанешь, я смогу выбраться отсюда или нет? Я знаю, ты хочешь ко мне. Не хочу я к тебе. Не буду я к тебе терпеть вообще никак. Как мне отсюда выбраться? Это какая-то уже по счету тюрьма, я не пойму. Или это какие-то камеры в тюрьме? Скоро увидимся. Да. Не буду я с тобой еще никогда видеться вообще. Куда мне дальше прыгать? Я вообще здесь ничего не пойму. Так, вон там выход есть. Я вижу белый свет. Надеюсь, это не в конце туннеля. Ну, сами понимаете. Сюда я запрыгнуть, по идее, не смогу. Или смогу? Я вижу тебя, а я тебя нет. 25 штанов спустя. Ну уже давай, Фиксай. Хорошо, прекрасно. Давай, ну же сюда.
Нет, нет, пошел вон! Уйди! Пошел! Пошел отсюда! Да, 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 да! Его же свои же! Да, конец, слава богу, я все, я освобожден, да, а как выбраться, как выбраться? Все, через силу, через боль, потому что компота больше нету, слава богу, давай, ну же. Давай, я смогу, я смогу, я смогу, я выберусь. Фиксай, надоел, вставай уже, блин, вставай, алло, вставай. Что это было сейчас, что это было, Фикс? Ой, ты здесь, опять Фикс? Что с тобой, блин? Это был сон? Наверное, ты ж спал, наверное, это был сон. Мне приснилось, как будто я в тюрьме компота нахожусь, он отзывал меня сладеньким, и там ты тоже был. Того, который пришел сюда и на... Того это... тебя, что ты вот так вот вырубился, да, понятно что. А это мы что, мы выпили, что ли? Ну, не знаю, как ты, я лично пошел в магаз, закупился там очки. А, у тебя штаны, еще и очки! Да-да, закупился неплохо себе, да? Ну, нафиг такие сны, господи, боже мой. Все, пошли домой, Фиксай. Да, просто давай лучше пойдем домой. А, я, кстати, забыл тебе сказать, дом-то у нас нет, мы живем там. Где? Вон там. Ты про лодку подумал? Не-не, за ней, вон там. А что там? Тростник. В тростнике? Да.